Под началом инспектора Ольги Ерохиной ученики надели специальные жилеты, взяли листовки. Осталось только понять, что они должны говорить. Культурно. Мы же уважаем друг друга, да? Мы культурно, к нему подходим. Прежде чем ребята начнут говорить с водителями, инспектор пару раз демонстрирует, как это лучше делать. Мы еще раз обращаем внимание водителей, пешеходов на соблюдение правил дорожного движения. Весенний, летний период в особенности, когда детей становится больше. Ну и заполошенными они становятся. Поэтому ребята сегодня к вам обращаются, получают листовки. Затем Ольга Ерохина предлагает ребятам самим рассказать об акции. Мальчики уступают право первой очереди девчатам. Ребята хотят обратиться к водителям. С первого раза не получилось. Инспектор снова повторяет ту же информацию за учеников. Потому что, во-первых, это волнение. Камера. Это все камера. Сложно ответить, кто волновался больше. Все водители сразу готовили документы для проверки. Что подумали, когда останавливали? Все, обычная проверка документов, все. Вы уже документы приготовили? Да. Понятно. Финал неожиданный. Да. Акция «Весенние каникулы» проводится несколько лет, хотя вести профилактическую работу на улицах Искитима начали давно. И сначала некоторые водители даже не открывали окна своего авто, чтобы выслушать инспектора. Сейчас этого нет. Особенно вот я с Ленева, и в Ленево очень много таких случаев, что даже детей сбивают. Реакция, конечно, и отношения водителей самые разные. Да? Кому-то нужна эта листовка, кто-то ее читает, кто-то прибирает, что потом прочтет. Но... В общем-то, негатива нет. Среди участников акции есть и будущие водители. Сергей начал учиться водить машину, когда был ребенком. Учится до сих пор. Отец учил, когда я маленький был, а так я еще не учился. Вот в этом году, получается, пойду сдавать на права. Во время акции самым сложным для ребят оказалось начать разговор с водителями. Однако, как только съемочная группа оставила участников, они справились с этой задачей.